Сознание – это вид процесса, протекающего в этой структуре. В другие процессы, которые мы можем назвать психическими процессами. Они все свойственны только этой структуре. Но многие из них не сопровождаются субъективным опытом. Поэтому еще одно уточнение понятия. Под сознание мы будем понимать любой процесс, который сопровождается состоянием ощущений качественного субъективного опыта. Это могут быть эмоциональные ощущения, это могут быть процессы, протекающие в сознании во время мышления, это могут быть восприятия, то, что в философии описывается как хвалинг со всеми богатством их свойств. Важно, что этот процесс вы можете остановить, вы можете не увидеть. Разделение между структурой и процессом важно потому, что структура может сохранить себя и в отсутствии любого процесса. Структура клинитома или разума может существовать и в периоды, когда мы находимся в сознании. Превращение сознания в рост помещает эти процессы в эту структуру. В этом смысле эта структура – это наше «я». Будучи правильно понятым, эта структура является мной. Что разум, будучи правильно понятым, является мозгом, а мозг, будучи правильно понятым, является разумом. Критические здесь слова «будучи правильно». И я думаю, что это то, что ждет... представить себе через активацию этих систем то, что происходит в голове другого социального объекта. Это эмпатийное или зеркальное уровень понимания, если какие-то эмоциональные объекты. Мой тезис будет заключаться в том, что когда мы придем к теории мозга и разума, а это единая теория, она не даст нам, как и любая вообще говоря, научная теория, научные
эмпатийного переживания.